празднику 8 марта можно относиться по-разному, что и происходит. Кто-то к нему равнодушен, а кто-то ждет с нетерпением. Но для тех, кто радуется весне и мартовскому солнцу, любит цветы и красоту, 8 марта был и остается очень важным днем в календаре. Как раз накануне Международного женского дня выпали два выходных. Учитывая рекомендации городских властей и эпидемиологическую обстановку, самое лучшее – провести время на свежем воздухе. Таллинский ботанический сад приглашает совершить прогулку по своей территории. Выставка орхидей, которая была намечена на 1 марта, по понятным причинам не открылась, и планируется ее открытие в апреле. Работники ботанического сада очень старались, выращивали эти растения. И, конечно, им очень хочется, чтобы эту красоту увидели люди. И вот такую небольшую виртуальную мини-выставку нам разрешили сделать в сложившихся обстоятельствах. Вот все вот эти орхидеи с огромным любовью и профессионализмом были выращены здесь, в теплицах ботанического сада. И, возможно, конечно, доцветут и будут показаны еще чуть позже на выставке орхидей. Кстати, многие орхидеи цветут по месяцу и дольше. Кроме прекрасных экзотических цветков, они ценятся и за это их качество. Но своим дорогим и любимым женщинам не нужно обязательно дарить редкие заморские цветы. Порадуют и обычные гвоздики, тюльпаны и розы. Главное – выяснить вкусы той, кому вы собираетесь сделать подарок. Гиду Таллинского ботанического сада Марии Струковой почему-то обычно дарят разные растительные диковинки. А вот ее любимый цветок – мимозу – она в подарок так и не получила. Я всю жизнь мечтала о том, чтобы мне подарили на 8 марта букет мимозы. Всегда мечтала, и вот иногда жизнь складывается так, что оставляет нам какие-то мечты надолго. На данный момент это мечта, разные цветы дарили. Спросите у своей любимой женщины, спросите, какие она любит цветы, хотя бы один цветок такой, какой она любит, подарите ей, потому что это приносит большую радость, это дарит праздничное настроение, это такое приятное внимание, наполняет женскую душу радостью, каким-то счастьем, это всегда очень приятно. И, конечно, ботанический сад – очень приятное место. Несмотря на то, что оранжереи и теплицы закрыты, даже сейчас, в начале марта, в открытом грунте можно найти самые настоящие подснежники. На открытой территории Таллинского ботанического сада можно гулять ежедневно с 11 до 16 часов. Цена билета чисто символическая – 1 евро. А всех наших телезрительниц коллектив новостей Таллина поздравляет с 8 марта. Лена Туровская, Петр Юлевайн, новости Таллина.